предлагаем нашим пассажирам ознакомиться, почему аэропорты присвоили имя предыдущего человека уровня мирового. И ровно потому, что вот здесь связано многое с его историей, где он начал летать, где он собственно определился. И в течение обстоятельств второй космонавт тоже приземлился вместе с Саратовской землей. Мы с вами это не видим, но фасады терминала выполнены в форме Саратовской гармошки. Собственно, строительство с чистого листа нам дало возможность правильно сделать генплан и распределить его, что в одной части архитектурные помещения, административные помещения, современный терминальный комплекс и здание УРГГ. Полосатые километры, как я считал, позволяют проносить постановки среднемагистральной и широкой фюзеляжной. Это открывает огромные возможности для нас с точки зрения снижения себестоимости полетов в этой аэропорт. Инвестиции в проект состоит порядка 20 миллиардов рублей, 8 частных, порядка 8 федерация. Я помню очень хорошо 2012 год, обращение губернатора и советую бывшему министру транспорта. Прошу рассмотреть и поддержать. Вот очень приятно, что эта поддержка закончилась таким хорошим результатом. Я хочу всех поздравить. Желаю успехов. У нас на эту шестилетку запланировано примерно привести вот такое хорошее нормативное международное состояние 60 аэропортных систем. Ну, это занимает этот аэропорт занимает особое место. Я имею в виду, что он построен с нуля чистым путем. Это, конечно, здорово. Тоже думаю, как плащ простой, прекрасно. Было меньше полумиллиона пассажиров, теперь сказали, что надо даже принять, и даже второй очередь построить. Очень здорово. Я думаю, что это подарок замечательный и городу, да и всей авиационной системе страны. Спасибо вам большое. Спасибо. Да, и очень хорошее, кстати, очень хорошее сочетание частных инвестиций и ЧПшек.